Стеклянуха, как называют эту бухту местные жители, находится недалеко от Горностаевской трассы и славится тем, что берег моря усыпан разноцветным стеклом. По словам руководителя дирекции общественных пространств Натальи Руденко, это место в Владивостоке посещает большое количество туристов, в основном иностранных, которые массово набирают стекло в пакеты и мешки и увозят его. Чтобы бухта не опустела, не потеряла свою привлекательность, горожане-предприниматели, в числе которых были бизнесмены из Артема, принесли около 3 кубометров стекла. Затем с большим энтузиазмом люди стали делать из него осколки. После получившегося материала вместе с песком и морской водой загрузили в бетономешалки и начался процесс шлифовки. Где-то через час получились абсолютно безопасные стекляшки. Их высыпали на берег моря, и прибой сразу придал им тот неповторимый цвет и блеск, за который все любят бухту стеклянную во Владивостоке. Юлия Искуменко, Артур Жеребнев, Иван Слесарчик, Егор Бондаренко. Городские новости, телеканал «Лента».